Ну что, помощник? Все правильно. Добрый день. Решил собрать тестер для проверки светодиодов и светоэлектронов из деталей, которые у меня есть. Трансформатор взял из перегоревшего такого драйвера от светодиодов, собрал схему навесным монтажом, заработал. Резистор, в который в базе транзистора, подключил переменный. Подключил мультиметр, на выход и с помощью переменного резистора выставил максимальное напряжение. Потом измерил сопротивление переменного резистора и впаял просто сопротивление. Получился вот такой маленький тестер. Корпус пока не выставлял. Сейчас подключим, и вы видите, что это у меня получилось. На выходе 95 вольт. Сейчас подключим, посмотрим, сколько он на выходе, какой ток для может обеспечить. На выходе 6,6 миллиампер. Сейчас посмотрим, сколько по входу он обеспечивает. По входу ток потребления 70 миллиампер. Ток на выходе тестера 6,5 миллиампера. Мне кажется, это многовато. Должно быть в районе, наверное, где-то 2, максимум 3 миллиампер. Сейчас перепаяем вот этот резистор, увеличим его сопротивление. Что? Помощник пришел. Тебя ж ничего не видно. Ну, помощник. Слазь. Не грязи. Ну что ты делаешь, а? Добавил дополнительное сопротивление по выходу и уменьшил ток до 2,1 миллиампера. Ну, будем проверять светодиоды на этом токе. И тут пришел помощник, без которого никуда. Да, Нафуми? Нафуми. Проверяем стабилитруны. Это на 24 вольта. 24 вольта. Это 6,2. Падение напряжения в режиме диода. Марсиль где-то будет на 8. На 8. 6,2. С другой стороны, если посмотреть. 6,1. 6,1. Так, это у нас на 2,7. Это у нас 15 вольт.
сколько? 0, 8, 11. Вот как он на стабилитронах работает. Для проверки светодиодов достаточно тока 1-2 мА. Но для проверки стабилитрона, чтобы более точные показания было, желательно этот ток увеличивать до 5 мА. Потому что 2 мА, особенно для стабилитрона с малым напряжением стабилизации, там 2,4, вот такие, это чуть маловато. А так, в принципе, тестер работает и имеет право на жизнь. Наш выходной ток до 2,5 мА. Теперь на этом светодиоде показывает 12,7. При выходном токе 6 мА напряжение было 13.